На канале ОТС «Время новостей», в студии Иван Кудинов. Здравствуйте, смотрите далее. Вместо импортных таблеток – новосибирские препараты. Что предлагают фармацевтам ученые Академгородка? В лесу родилась елочка. А в каком именно и сколько будет стоить главный атрибут новогоднего праздника? Небо над акваторией Обского моря окрасилось во все цвета радуги. Кто лучше всех парит над льдом под куполами? Российские больницы оградили от иностранных таблеток. Теперь госзакупки жизненно важных лекарств будут возможны только если нет двух российских аналогов. Такое постановление подписал премьер Дмитрий Медведев. Моя коллега Елена Щербакова сегодня пообщалась с руководителями институтов Сибирского отделения Российской академии наук и выяснила, насколько сложно разработать и реализовать новые препараты. Новые препараты в научных институтах появляются с завидной регулярностью, только дальше разработок дело идет крайне редко. 99% лекарств так и остаются на бумаге. Эти исследования стоят очень больших денег, и, к сожалению, покуда государство этих денег не платит, а академические институты просто не в состоянии такие деньги найти, а бизнесу надо получать прибыль, а не пытаться лечить людей. Не только деньги, еще и время внедрения смущает руководителей лекарственного бизнеса. Например, в некоторых странах для того, чтобы таблетки попали на полки аптек, нужно всего 3 месяца клинической практики. В России на это иногда уходят годы. У нас в нашем институте есть зарегистрированная субстанция препарата типа Динол, причем более высокого качества, чем тот, который нам возится сегодня из-за границы. Но поскольку даже есть право производить лицензия полная, да, я, как директор, совершенно не настроен превращать институт в завод. Но если административные барьеры падут, это может привести к печальным последствиям. Руководители научных институтов просто боятся отравлений. Продвигать разработки всегда сложно во всех странах, включая Россию. В России очень сложно, во всех странах сложно, потому что все, что касается здоровья людей, все, что люди принимают вовнутрь, это должно контролироваться очень жестко. Это правильно. И у нас это жестко. Полностью отказаться от зарубежных лекарств пока для России невозможно. Производство нужно налаживать годами, поэтому начинать продвигать лекарства собственного производства нужно как можно быстрее. И давать возможность российским таблеткам составлять конкуренцию иностранным аналогам как в качестве, так и в цене. Елена Щербакова, Александр Кабугин, новости ОТС. 60 тысяч деревьев, столько хвойных понадобится Новосибирской области в преддверии Нового года. Лесные хозяйства региона уже начали заготовки елей, сосен и пихт. Сегодня в одном из них побывал мой коллега Борис Киргинеков. Выбираем отставшую в росте ель. Видим, что она, в отличие от других, намного ниже. Естественно, у ней дальше жизнь прекратится. Пока она совсем не умерла, мы ее таким образом и срубим. И облегчим дальнейшее. И другие деревья тоже будут лучше расти, когда мы уберем больное. Дмитрий Кучеров – лесник с 20-летним стажем. Работает в этом лесном хозяйстве уже полжизни. Рассказывает, сейчас техника для рубки новая и удобная. Но старый добрый топор никогда лишним не бывает. За день бригада вырубает до 100 деревьев на продажу. Нужно прореживать. Вот, через 2, через 3, в зависимости, какая отстала в росте, ее надо в первую очередь и убрать. Она уже жить не будет. Мы уже видим, она либо корявая, но в основном она ниже ростом, в отличие от других елей. Вот, и таким образом мы их вырубаем по рядам. В этом хозяйстве растут только ели, пихты, сосны и кедры не прижились. Сейчас по всей области идет заготовка деревьев к празднику. Лесники уже срубили порядка 20 тысяч. Одну елку позволили спилить и нашей съемочной группе. Специалисты лесного хозяйства позволили мне, дилетанту, немного поучаствовать в процессе. Вот под чутким руководством лесника Дмитрия сейчас попробую срубить небольшую ель. Ага. Вот такую елочку нам лесники позволили взять с собой. Теперь эта прекрасная, красивая ель будет стоять в редакции новостей ОТС.
Самые массовые места вырубки деревьев – Маслянинские и Тагучинские районы. Также к нам в регион привезут еловые из соседних областей – порядка 20 тысяч. По видам заготовят примерно поровну – пихты, кедры и ели. Вреда природе нет. Вырубают только те деревья, которые мешают расти здоровым. Или вдоль дорог и линий электропередач. Тенденции к незаконной вырубке деревьев сейчас нет. Может, люди стали ответственнее относиться к природе. Но специалисты проверяют – на всякий случай. Сегодня на территории Новосибирской области работает около 40 патрульных групп, включая выходные дни, праздничные дни, значит, и включая темное время суток. Мы патрулируем те места, где наиболее уязвимые, значит, можно, значит, самовольно срубить хвойно-молодняки. Рисковать не стоит. Штраф за одну срубленную ель – 4000 рублей. Для юридических лиц – сотни тысяч и уголовное преследование. Сегодня в лесное хозяйство приехал один из первых предпринимателей. Давно занимаемся, уже 5 лет. То есть цены приемлемые, то есть хорошая ель. То есть детишек радует. 200 рублей метр. В розницу на базаре елка высотой 1,5 метра обойдется в 300-400 рублей. Пихты дороже. Елочные базары начнут работать по всей области уже совсем скоро. Борис Киргиняков, Алексей Баженов. Новости ОТС. Телеканал ОТС улучшил свои позиции на медиарынке Новосибирской области. В региональном правительстве сегодня презентовали результаты социологического исследования аудитории и рейтинга областных средств массовой информации. Опрос социологи проводили по телефону. В исследовании приняли участие жители почти 500 муниципальных образований региона. В итоге места распределились следующим образом. В печатных СМИ лидеры «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда». Что касается радио, то если в мегаполисе наиболее популярны радиодача, авторадио и радио «Шансон», то в районах области лидируют «Маяк» и «Радио Слово». На местном телевидении традиционно в лидерах информационные программы. На первом и втором местах «Вечерние» и «Утренние вести». А вот ежедневный итоговый выпуск новостей ОТС поднялся на третью строчку. Как отмечают в правительстве региона, в последнее время телевидение Новосибирской области в целом стало разнообразнее. Свой зритель есть у каждого телеканала. Тенденция такая, что многие подросли, именно местные проекты, нишевые проекты. То есть в телевидении идет увеличение разнообразия продуктов. Местные новостные проекты, как правило, телевизионные, все успешны. То есть у нас здесь... Вот либо когда партнерами федеральных каналов являются местные новостные проекты, как то там «Россия-1», «Россия-24», вот, «СТС Мир», то есть у них достаточно хорошие ниши. Так, если и самостоятельные, такие как «Новости ОТС», «49-й канал», то есть это, они все, в принципе, здесь аудиторию набирают. Лучших добровольцев волонтерского корпуса сегодня наградили в региональном правительстве. Там собрались больше 200 самых активных волонтеров из разных районов области. Разрешите поприветствовать вас в самом главном зале Новосибирской области и поблагодарить за ту колоссальную работу, которая была проведена всеми здесь присутствующими в вашем лице тысячами новосибирцев в этом году по им миссии волонтеров и в целом по увековечению памяти Великой Победы. В течение года добровольцы участвовали в организации и проведении патриотических молодежных акций, мероприятиях, посвященных 70-летию Победы, причем как городского, так и всероссийского и даже международного масштаба. Кроме того, адресно помогали одиноким ветеранам. Также волонтеры благоустроили в области почти 2000 памятников и 20 тысяч могил ветеранов. Сегодня поздравить добровольцев пришли не только первые лица региона, но и ветеран Великой Отечественной Яков Осадчий и Герой России Владимир Кузнецов. По словам координаторов волонтерского корпуса, совершать добрые дела люди способны в любом возрасте. Волонтером может быть абсолютно любой человек. У нас есть как и маленькие волонтеры, школьники, 12-летние, есть студенты, в основном, конечно, у нас больше студентов. А также есть у нас волонтеры серебряного возраста, самый взрослый волонтер, которому 67 лет. Возраст у них никак мы не ограничиваем, это порыв души, человек захотел, человек пришел, человек сделал. Картины, расшитые бисером, мягкие игрушки и вязаные изделия. В Колыване прошел фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями. Он дал старт декаде инвалидов, которая традиционно проходит в начале декабря. На фестивале красок побывала Яна Зенченко. Аня
впервые участвует в фестивале. На выставке представила посуду из обыкновенных макарон. Работы получились необычные и заняли центральное место в экспозиции. Надуваешь шарик и лопаешь его, краска застывает, лопаешь, и получается такая корзинка. Картины, расшитые бисером, мягкие игрушки, рисунки, вязаные изделия. Все это сделали детские руки ребят с ограниченными возможностями здоровья, но безграничным талантом. К этому мы готовились целый месяц. Мы об этом, и даже с некоторыми как бы в течение года, те дети, которые хорошо, активно двигаются и приходят к нам в наш клуб «Дельфинчик», мы уже заранее обговариваем, чтобы они могли приготовить вот на эту выставку, где они встретятся со своими знакомыми, со своими друзьями. Фестиваль стал настоящим праздником для ребятишек. Возможность пообщаться и порадоваться успехам друг друга выпадает нечасто. Но главное, говорят организаторы, сегодня удалось сделать так, чтобы каждый ребенок улыбнулся. Яна Зенченко, Игорь Попрыга. Новости ОТС. Небо над Обским морем в ближайшие три дня станет разноцветным. В Новосибирске стартует открытый Кубок Сибири по зимнему кайтингу. Определить сильнейших судьям предстоит среди сотни профессионалов из разных стран и регионов. Подробнее расскажет Алина Аверчук. Для этих спортсменов самое важное условие – ветер, ведь кайт в буквальном переводе с английского означает «воздушный змей». А сам по себе кайтинг – это и вовсе непростая наука, ведь он сочетает несколько направлений. Зимний кайтинг – это вообще составляющая трех видов спорта. Это, скорее всего, парапланеризм, это парусный спорт и это горнолыжный спорт, или там горные лыжи, или сноуборд. И вот эти три составляющие – умение управлять с куполом – это параплан, умение управляться с ветром – это парусный спорт, и ловкость на лыжах позволяет спортсмену как-то быстрее передвигаться, показывает лучшие трюки. Для любителей гонок – так называемый курс-рейс, одновременный старт. Для экстремалов и фанатов акробатических трюков – фристайл. В Новосибирске раньше, чем в других регионах, появляются подходящие условия для занятия кайтингом, и поэтому спортсмены из разных городов и даже стран приезжают в столицу Сибири. Мои дорогие друзья, русские, Новосибирск, Сибирь, Кубок Сибири, отлично. Абсолютно правильно. Есть важная причина, почему стоит сюда приезжать. Здесь проходит гонка высокого уровня и организация соревнований отличная. Мила Полякова, чемпионка мира по сноукайтингу, сегодня тоже с удовольствием принимает участие в соревнованиях. Для нее кайт заменил горные лыжи и сноуборд. Мила серьезно относится к каждым соревнованиям, но при этом помнит, что от неожиданности на гонке не застрахован никто. На чемпионате мира мы вообще на знаке, там надо знак огибать. И мы с другом с моим из Финляндии, прям, можно сказать, стропу вот так вот проделись, и кайт запутался, и мы повалили. Еще человек 20, было прям жестко. Для того, чтобы доска или лыжи лучше скользили, их обрабатывают парафином. Это очень просто. Капаешь парафином на доску и разглаживаешь его утюгом специальным. Чтобы стать сноукайтером, нужно иметь хорошую координацию. Без нее очень сложно даже просто устоять на сноуборде или лыжах. Это только на первый взгляд кажется, что управлять бордом совсем легко. Но стоит хотя бы раз встать на доску и понять, что это совсем не так. Сегодня из-за слабого ветра поднять кайты в небо получилось далеко не у всех спортсменов. Но впереди еще два дня соревнований и оптимистичный для сноукайтеров прогноз синоптиков. Алина Аверчук, Константин Бухтатов, Борис Гладких. Новости ОТС. И на этом пока все. Полная картина дня в итоговом выпуске новостей ОТС в 20:30. В студии работал Иван Кудинов. До встречи.